Давным-давно существовал пульт от ядерки, его создали древние инженеры и ученые, они долго разрабатывали функционал. Им владели только самые могущественные создания того времени, но 30 тысяч лет назад его спрятали в ядре планеты Ходилкина-Бродилкина. Смогут ли наши герои найти пульт от ядерки? Я чё-то скучно, пойду прогуляюсь. Что это, портал? Почему я не могу зайти, а посмотреть можно? Ты кто, как ты здесь оказался? Чего где геометрии дешь? Откуда ты взялся? Ну, мы тут застряли. Короче, я проиграл спор Ходилкину, и он меня запер тут. Пульт от ядер! Пульт от ядер! Здрасте, а вот и я, Ходилкин. Я решил, что я колонизирую Марс на Меркурии. Стало очень жарко. И подальше от шампанова. Еще немного долететь. Все, я прилетел, пора выходить. Что за почему болт выпал? Как он крут, что за... Нолик! Как вы здесь оказались? Ты не можешь. Я сам создатель. Не смешно, но если ты будешь нарушать временной континуум, то баланс Вселенной будет уничтожен. Ладно, у меня есть дела, но если ты встретишь свою копию из прошлого времени, искажится. В Солнечной системе на планете Земля.
от ядерки. Как же хорошо летом! На Марсе можно позагорать! Но сейчас же 1 сентября. В смысле? Хочешь легенду про 9 сентября? Ща прочитаю! Это круто!